Э, ты что там делаешь, а? Слышь, колдун, я с тобой разговариваю. У тебя что там, мозги в жопу упали, что ли? Сейчас пожарка сработает, ты дождь с потолка вызовешь. Не кипишуй, не кипишуй. Тут контроль. Я еще в прошлый раз пожарный вентиль перекрыл, так что не польет. Федь, ты рот ебать свой молчи, а? Я злой дух прогоняю, значит, здесь жить буду. Да вы затрахали уже. Деньги у вас остались, сними номер, живите. Что за схема еврейские, слышь? Тундра! Я с Дахсун поругался, он все бабки пиздил у меня. А мы-то тут при чем? Ты виноват, ты-то тёлка ему показал. Дахсун говорит, люблю, сука, а у меня денег ебать ноль. Где спать? Тут спать, точка. Паша, ты где там? Я тут-то. В общем, все, выгоняй его нахер и офис закрывай. И едь на вокзал уже. Ясно, хули. Так нахуй сюда ухо, слушай сюда, нахуй. Либо ты, бля, мой брат мне возвращаешь, либо деньги плати, а то я корефан твой и бальник бить буду долго, больно. Яр, дышать нечего. Да отпусти ты его, придурок. Давай номер брата своего, я с ним поговорю. И Пашу отпусти, и не трогай его больше, понял? Договорились? Здорово. Чё? Ящик рос через плечо. Понимаешь, о чем я? И чё? Тебе какое дело ебёт? Девушка хороший, красивый. Вот именно что. Хороший и красивый. Спасибо. Ты заходи, если что.